Итак, «Красная шапочка», зимний вариант. Встречайте. Ма! Мама! Ну что так долго-то, мам? Мама из сантехника переодевалась. Что звала-то? «Красная шапочка». На улице минус 30. Иди и отнеси бабушке масляный радиатор. Че, она мерзнет, что ли? Ты не дослушала. Иди и отнеси бабушке масляный радиатор, а то она мерзнет. А че она мерзнет? А, ну да. А че, мы должны мерзнуть, что ли? Мы никому ничего не должны, поэтому не мерзнем. На улице минус 30. Хороший хозяин, он собаку во двор не выгонит. Я не выгоняю. Тузик, сидеть. Да я заблужусь вообще, мам. Ну, серьезно, мы у него были последний раз, когда? Давным-давно, когда пенсию отбирали. Не заблудишься. Возьмешь наши семейные лыжи. Откуда выйдешь, туда и придешь. Только не перепутай, как дедушка. Разорвет нафиг. Не, ладно, без лыж тогда. Я не понимаю вообще, ну. Почему у нее так холодно-то? Она такие теплые свитера вяжет. Она вяжет и продает их людям. Ну так пускай она свяжет один для себя. Откуда у нее деньги? Так, все. Либо ты идешь и несешь бабушке радиатор, либо ты не моя дочь. Ну, ма. Что, незнакомая мне девочка? Тетя. Там ваша дочь просила передать, что она понесет бабушке радиатор. Передай этой девочке, что она снова моя дочь. Ма. Радиатор. Я помогу тебе. Готово? Да. Вперед! Я красная шапочка. Я иду к бабушке и несу ей масляный радиатор, чтобы она не замерзла. Ведь в 30 градусов мороза может замерзнуть любой человек. Но не моя бабушка, потому что у нее будет масляный радиатор. Радиатор масляный. Масляный радиатор. Радиатор масляный. Товар сертифицирован. Лицензия ЦКС номер 143-652-223. Волк! Привет! Тихо. Есть что поесть? Нет. Я же умру здесь. Гробика тоже нет. Я тебя съем? Не советую. Я могу радиатором жбан проломить, между прочим, да. Вот так вот. Что, ты обиделся, что ли? Ну не обижайся, да не обижайся ты, ну что ты. Скажи лучше, правда говорят, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Смотря с какой стороны к миске встать. А правда говорят, что волка ноги кормят? Правда. И как? Вкусно, но больно. Жрешь и орешь. А правда говорят, что гусь свинье не товарищ? Это не ко мне. А правда говорят... Минуточку, что... а ты куда идешь? Дай к бабушке.
А где твоя бабушка живет? Ну, телом вот за той горой. А душой при Сталине. Так что в душу к ней лучше не лезть. Там накурено. А ты как пойдешь? Ну как? Ну умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Как бы. Ты умная? Я непредсказуемая. Я сквозь пойду. Я пришла! Давай. Чё не постучалась-то? Стучалась она. Ты что, не отнесла бабушке радиатор? Я встретила по дороге волка, мы поболтали, радиатор остыл. Что, ты хочешь, чтобы я замерзла и умерла? А ты хочешь, чтобы бабушка замерзла и умерла? Значит, ты все-таки хочешь, чтобы я замерзла и умерла. Немедленно иди, замерзни, отнеси бабушке радиатор. Сама отнеси бабушке радиатор. Я не могу отнести бабушке радиатор. А почему это ты не можешь отнести бабушке радиатор? Потому что она мне не бабушка. И вообще, хватит мне тут голову морочить. Я не для того тебя рожала, чтоб ты бабушке радиатор не относила. А бабушка меня родила для того, чтоб я тебя родила, чтоб ты ей отнесла радиатор. Какая у нас дальновидная бабушка. Метр 90. Вы меня, пожалуйста, извините, я тут, может, не вовремя. Это еще кто? Это ко мне. Че, иди сюда. Короче, я пошел к бабушке. Ну, голодный был. Что, съел ее, что ли? Вот, боже упаси. Интеллигентнейшая женщина. Сразу видно, человек старой закваски. Что, ты выпил ее, что ли? Бабушку-то нет. Слушай, а у нее что там, реально холодно, да? Ну, сначала было холодно. А потом я вентилятор вырубил. Потеплее стало. Но Зинаида Павловна попросила, чтобы вообще горячо было. Да, я ей отнесу, а то мне все равно делать нечего. Так скажи, что полос нужен, чтобы вернуться, да? Как тебе не стыдно? Мы Пришвиным занимаемся. Мам! Ну, считай, что я отнесла бабушке радиатор. Хорошо, с одной бабушкой разобрались. А теперь с бабушкой по папиной линии. На улице минус 30. Иди-ка, красная шапочка, и отнеси бабушке по папиной линии радиатор другой. Вот этот вот.